Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале «Сад, цветник и огород круглый год». Те, кто давно подписан на мой канал или видели мои видео про орхидеи, знают, что одно из моих желаний было приобретение орхидеи Ванда. И вот совершенно случайно сегодня в моем доме появилось это желаемое растение. Как видите, оно, конечно же, не цветущее. Эта ванда была посажена в горшок с корой. Когда я ее извлекла из этого горшочка, я увидела гнилые корешочки. И после обрезки вот что у меня осталось от корневой системы. В принципе, мы видим, что на ней есть молодые листочки растущие. Хоть какая-то небольшая, но корневая система. Я надеюсь, есть шанс нарастить хорошие корешки и дождаться цветения от этого растения. Ну, как мне теперь понятно, содержание орхидеи Ванды в коре – это совершенно неправильный вариант. Сейчас эта орхидея будет содержаться без субстрата. Я ее каким-то образом закреплю. У орхидеи Ванды очень ценно сохранить имеющую сейчас корневую систему, не дать загнить шейки. Корешки ни в коем случае нельзя поломать. От предыдущих цветений в этой орхидейке остались пенечки от цветоносов. Она будет цвести сиреневым цветом. Я вот так ее поразглядывала, обнаружила еще следы от солнечных ожогов, несколько следочков. Ну, ничего страшного. Цена на эти орхидеи достаточно большая. В нашем городе они стоят порядка 6000 рублей, цветущие в вазе. Я не рискнула приобрести такое дорогостоящее растение без опыта. Решила взять вариант побюджетнее. Исходя из тех соображений, что если у меня эта орхидейка выживет и зацветет, значит, мне удастся с ней подружиться. Когда наше желание исполняется, это очень приятно. Прошел примерно месяц с того момента, как я снимала первое видео о своей орхидее Ванда. И вот какие у меня новости. Реанимация орхидеи идет своим путем. Вырос вот такой вот корешочек. Он проклюнулся буквально в первую же неделю и уже вот так успел отрасти. Потом появились вот такие корешочки на корне, который был, но они, к сожалению, закуклились. И закуклились после того, как я сменила местоположение орхидеи Ванды. Больше этого делать не буду. Ей не понравилось то, что я ее перевесила. И вот такой вот корешочек есть. То есть вот такой вот хорошенький, растущий. Эти корни, получается, жизнеспособны, на них будет ответвление, и таким образом нарастет новая корневая система. Чуть-чуть увядшие листочки, как смогла, я ее отмыла от вот этих белых пятен, которые покрывали полностью почти все листочки, сильно не терла, просто ватным диском, без всяких дополнительных средств. Попробовала механически очистить. Буду постепенно это делать. Весь уход заключается в том, что каждый день я снимаю орхидейку с вот этого крючочка. Она вот так вот на веревочку подвешена. И отношу в ванную. Поливаю ее теплым душем. Так, чтобы вода попадала на листочки, пазухи листьев и на корешки. Корешки становятся зелененькими, такими хорошенькими. После этого я орхидею переворачиваю, чтобы влага не оставалась вот в этих пазухах. Лишняя вода стекает, и я подвешиваю ее на свое место. Здесь у нее искусственное освещение, и немножечко попадает рассеянный свет от окна. В этой комнате очень жарко, солнце очень интенсивно светит. Я вот оберегаю ее от прямых лучей солнца, чтобы не было ожогов. Листочек на треть примерно вырос.
Тот, который уже был у нее. Корешки попробую сейчас показать. Пока они меняют свой цвет. После того, как я их опрыскиваю, они становятся буквально на глазах интенсивно зелеными. Вот такие вот они становятся, корешочки. Вся реанимация этой орхидеи у меня сводится к тому, что я ее просто поливаю. И давали вот это вот дополнительное освещение. Как мы видим, успех 100%. Лист растет, корни растут потихоньку. Я очень довольна результатом. И всего лишь за один месяц. Если у вас есть такое же растение, которое потеряло большую часть корневой системы, попробуйте таким нехитрым способом, как полив и дополнительное освещение, вернуть его к жизни. В этом видео я вам покажу, как успешно прошла реанимация моей орхидеи Ванда, которую я приобретала в конце апреля этого года. Покупала я ее с рук. Орхидейка была посажена в сосновую кору. И она была практически без тургора. Листочки были вялыми. И не было на ней растущих корешков. Я пробовала ее содержать просто без субстрата. Но в итоге, поскольку тургор не восстановился, я решила попробовать способ содержания орхидеи Ванда в банке. Такая банка смешная, с медведем. Я закрепила орхидею вот здесь у основания баночки, чтобы она сильно не болталась, была зафиксирована. Прошло 2 недели после того, как она содержалась в баночке, я заметила, что есть растущие корешочки. Причем очень даже хорошие корешочки. Я вам их показываю. Меня это вдохновило. Я решила оставлять ее в банке. Поливала заполнением банки водой. Я покажу вам, как я это делаю. Заполняю баночку водой. И оставляю на полчаса или даже на час. Вода у меня всегда теплая. Как мы видим, корешочки меняют свой цвет. Они становятся уже зелененькие. Орхидейка напитывается водой. Такое содержание, что дало орхидеи. Это просто было невозможно не заметить. Во-первых, у меня восстановился тургор. Листочки стали такими упругими. Во-вторых, появился молодой растущий листочек. Естественно, корешки начали свой рост. До этого при содержании на воздухе они начинали отрастать, потом закукливала их орхидея. Меня это все жутко раздражало, напрягало, я переживала. Я боялась, что орхидею могу потерять. И вот у нее листья продолжали при этом увядать. Я ее поливала хорошо, замачиванием, но это как-то не давало никакого эффекта особого. У нее даже произошла такая неприятность. Вот один лист нижний, он как бы надломился. Я его привязала к верхнему листочку. Он вот в этом месте, как тряпочка, висел вот так вот. Я боялась, что она его даже отсушит. Сейчас попробую снять. Я вот вижу, что тургор восстановился. И он должен... О, замечательно. Листочек полностью восстановился. Как будто бы вот и не было этого излома. Можно не подвязывать больше. Такие вот замечательные результаты дают содержание орхидеи Ванда в банке. Почему в банке, а не в вазе?
Во-первых, банка более прочная. Я могу ее спокойно переносить. Во-вторых, объем корешков достаточно пока небольшой. В-третьих, мне вот нужно было вот это вот зауженность горлышка. Подходящей вазы я не нашла. Зауженность горлышка нужна для того, чтобы там сохранялась влажность, чтобы не полностью пересыхала корневая система. Вы учитывайте, что орхидея у меня растет в квартире, а солнце я ее не уношу. Только сейчас вот на балконе я снимаю данное видео. А так она у меня находится около окна в квартире со всеми ее бонусами, центральным отоплением и сухостью воздуха. Орхидейке все нравится. Мне такое содержание кажется наиболее удобным. Эту воду я солью через час. И все, и орхидея останется в баночке. Самое важное, что я хочу отметить, нужно быть очень осторожным с корешками. Когда я эту воду сливаю, я стараюсь не повредить, не надломить корешочки. Давно не снимала видео. Как-то не было совсем настроения, не было повода. Ну, тут вот зацвела моя орхидея Ванда. Это домашнее цветение. Первое домашнее цветение. Именно той орхидеи Ванда, которую я брала. В сложном состоянии она была. Появилась орхидея у меня в апреле этого года. У нее было очень мало корешков после того, как она содержалась, посаженная в горшочек, в кору. Вот столько корешочков у нас за это время наросло. Вполне прилично. Было, по-моему, всего 2 корешка у нее, когда она ко мне попала. Примерно месяц назад появился, вот на этой стороне, где уже были цветоносы старые, зачаток цветоноса. И вот вчера она начала распускаться. Я думала, что орхидея будет более капризной. Но нет. Я поливаю, удобряю ее, и она вот обрадовала меня таким цветением. Сегодня у нас 10 октября, а на окошко у меня вот такая вот экзотическая красавица. Еще не все цветы распустились. За окошком осень, рябинка на заднем плане. И моя Вандочка. Я не видела, конечно, как она цветет. Видела на фотографиях, когда мне ее принесли. Она была, конечно же, без цветов. Я могла только предполагать по фотографии, какой же будет цвет в реальности. Ну, сложно передать на фотографии реальный цвет. И на видео, мне кажется, она более такого интенсивного окраса. Я выбрала самое лучшее освещение, какое только можно, чтобы показать вам, как она выглядит на самом деле. Вот. Решила с вами поделиться своей радостью. Уход за орхидеей действительно очень простой, но благодаря тому, что она содержится в баночке. Корешки полностью не пересыхают практически. Влажность в баночке, она поддерживается на определенном уровне. Я думаю, именно благодаря этому через такой короткий срок я и любуюсь цветением. Вот эта Ванда, которую я показывала в одном из своих видео, полностью сейчас распустилась. Цветы совсем даже не маленького размера. Я думаю, что видео точно передает сейчас цвет. Вот такой баночке она у меня растет. Многие орхидеи фаленопсис после того, как сменился сезон и в квартире было достаточно прохладно до включения отопления, выбросили новые цветочные стрелки. И через некоторое время у меня будет еще много цветущих фаленопсисов. Всем спасибо за внимание. До свидания. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и задавайте свои вопросы.